Канал «Марсианские хроники» представляет вам главные новости дня. Устойчивость к антибиотикам часто рассматривается как проблема будущего, но недавно опубликованные данные Университета Вашингтона показывают, что в 2019 году было зарегистрировано почти 5 миллионов смертей, связанных с устойчивостью бактерий к противомикробным препаратам, что делает ее третьей по значимости причиной смерти во всем мире. Таинственная частица, которая, как считалось, существовала некоторое время сразу после Большого Взрыва, теперь впервые обнаружена в симулированном первичном бульоне, заявляют ученые Массачусетского технологического института. В частности, они обнаружены в среде, называемой кварглионной плазмой, генерируемой в Большом адронном коллайдере. Там, среди триллионов частиц, образовавшихся в результате этих столкновений, физикам удалось выделить около 100 X-частиц переходного этапа между плазмой и обычными частицами. Ученые Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США создали новый гибкий термоэлектрический генератор, который может оборачиваться вокруг труб и других горячих поверхностей и преобразовывать отработанное тепло в электричество более эффективно, чем это было ранее. В ходе испытаний новое устройство продемонстрировало на 150% более высокую удельную мощность, чем другие современные устройства. Лаборатория реактивного движения НАСА обновила программное обеспечение, которое она использует для оценки потенциально опасных астероидов, чтобы учесть влияние солнечного света на орбиты, среди прочих изменений. Новый алгоритм мониторинга воздействия, названный Sentry-2, стал первым масштабным обновлением ПО НАСА за 20 лет.